Согласно анализу разных ведомств, терроры могут вторгнуться в Цегород. Пожалуйста, старайтесь не паниковать. Правительство уже отправило охотников, чтобы обеспечить безопасность населения. Ладно, Стелют. Если бы суша действительно была бы безопасной, то зачем богатеи строят себе плавучие города ради спасения? И вправду. Господин, пожалуйста, не вертите головой. Однако то, что правительство заранее говорит нам о приближении терроров, это самая большая любезность со стороны правительства. Но... даже этого скоро не будет. А? Господин, не шутите так. С навыками охотников такого точно никогда не произойдет. Лично я сам никогда не видел терроров. Интересно, на что они похожи? Ха, на самых настоящих, ужасающих монстров. Интересно, встречусь ли я когда-нибудь с террорами? Если же смерть наступила из-за терроров, то дается 60% скидка. Прошу прощения, я случайно задела вас. Это ведь вы меня уволили в тот раз, не так ли? Неужели не помните меня? О, здесь есть еще один клиент. Не боишься меня? Или хочешь, чтобы я на тебе попрактиковалась? Мои волосы. Срезал лишнего. О, не могу поверить, что тебя сейчас беспокоит именно это. Позволь мне исправить это. Постараюсь в этот раз быть более деликатной с твоей плотью. Тонг. Боже, сколько раз мне еще тебе повторять? Называй меня. Резак. Это... невозможно. Прости, я специально разрезал твою плоть. Перестань казаться крутым. Сколько раз мне еще повторять, чтобы ты называл меня госпожой Резак? Хорошо, Тонг. Без проблем, Тонг. На драку нарываешься? Я Лифань, деранговый охотник на терроров. Какая уродливая прическа. Думаю, тебе она очень идет. Так называемые охотники на терроров – это группа людей, которые существуют для борьбы с террорами. Их ранг определяется правительством. Помимо этого, я являюсь путешественником. А? Поторопимся и поглотим всю силу террора. И как человек, который перенесся из современности в мир борьбы с террорами, я заслужил того, чтобы у меня была своя система. Каждый побежденный мною террор поглощается Тонг. Ням. После этого Тонг сможет модифицировать и улучшать различное оружие в соответствии с моими потребностями. С нее и взять-то нечего. Но я не хочу быть как другие путешественники, которые убивают терроров только ради силы. Прошло уже 5 лет. Я просто хочу завершить свою миссию, покончить со всем и вернуться к своей мирной жизни. Яки! Брат! Яки, я найду тебя. Эй, Лифань, ты высасываешь из нее последние соки. Ой. Тонг. Сколько еще мне нужно убить терроров, чтобы вернуться домой? Посмотрим. Ты убил уже 9995. Осталось лишь 5, чтобы завершить основную миссию. Последние 5. Наконец-то я смогу покинуть этот проклятый мир. Срочные новости. Терроры, которые должны направиться в С-город, резко сменили курс на А-город. Пожалуйста, приготовьте... Здесь похоронен бедный парикмахер Тони. Пойдем. Да. Пора домой. Бежим! Террор здесь! Я не хочу умирать! Жалкие насекомые! Мы все умрем! И это конец! В этот раз нам точно конец! Стражи А-города, Хуан Фэйлу, Ноги без тени и Том Человек-кот потерпели поражение. Теперь мы точно умрем! Нет, у нас еще есть надежда! Чего? Не забывай! В этот город пришло 3 охотников. Последний, настоящая легенда и сильнейшая восходящая звезда. Похоже, герой еще не совсем опоздал. Молниеносный Ван Лэй. 1, 2, 3, 4, 5.
Сегодня я точно повышу свой ранг. Э? Высокомерное насекомое. Умри. Пропал. Медленно. А? Отлично, класс! Круть! Он самая известная восходящая звезда правительства. Поэтому я рад, что смог купить его книгу до того, как он стал известным. Что это там у тебя? Какой же я молодец. Книга «Террор Хантер». Это 7-я книга об охотниках за террорами, выпущенная гильдией охотников. В ней собраны все охотники С-ранга. Изначально эта книга стоила 2998, но если хочешь, я могу отдать тебе ее за 5000. Перестань спекулировать хотя бы в такой момент. А? Умри, человечишка. Бежать. Книга об охотниках? Новый метод поддельного триумфа, созданный низшими созданиями? Чёртовы насекомые! Да как вы смеете делать это прямо передо мной? Непростительно! Остался невредимым даже после того, как я вложил всю силу в громовой удар? А? А? Вы братья, что ли? Почему у вас у всех чертовы щупальца? Их слишком много, поэтому будет лучше, если я сначала избавлюсь от слабаков. Какой же я умный. Громовой удар! Начну с тебя. А? Думаешь, сможешь удержать меня какими-то бинтами? А? Оно... поглощает мое электричество? Откуда у террора такая способность? Он поглощает и мои силы тоже. Не думал, что моя карьера героя закончится, так и не успев начаться. Ван Лэй тоже не смог справиться с террорами. В конце концов, я так и не смог никого спасти. Божечки, как же хорошо. Похоже, мою добычу так никто и не тронул. Если бы ты не останавливался на каждом светофоре, то мы бы приехали сюда раньше. Так много терроров. Думаю, они будут очень вкусными. Идиот! Быстро вали отсюда! А? Иначе умрешь! Можешь не волноваться. На самом деле, я достаточно сильный. 9996. Способность укрепления мышц. А? Откуда у него такая сила? Неужели С-ранговый охотник? Никогда о нем не слышал. Кто ты такой? Охотник на терроров, Ли Фань. Ли Фань. Не припоминаю такого. Возможно, это потому, что я всего лишь Д-ранговый ночной стражник. А? С каких пор Д-ранговые стали настолько сильными? А я-то уж испугался. Избавьтесь от него. Тонг, ты готова? А сам как думаешь? Способность резак. (Звы) 9997. А ну-ка, и вы тоже не отставайте от них. Похоже, твой недомеч не способен пробить его броню. Он назвал тебя недомечом. Тогда я больше не превращусь в меч. Опять запачкал всю одежду, какая мерзость. Ты сам в этом виноват. 9998, 9999. Как такое возможно? Разве у охотников не одна способность? Почему ты можешь использовать так много всего? Это потому... потому что я забрал силу всех монстров, которых убил. Хе-хе-хе, какая вкуснятина. Такое вообще возможно? Как необычно. Остался последний. Погоди. А? Будь осторожен.
Этот отличается от остальных, он поглотил всю мою силу. Поглощение чужой силы, прям как у тебя. Она отличается от силы этого монстра, но в нем есть что-то знакомое. Мне не важно, какая у него сила. Если убью его, то смогу вернуться к своей прошлой жизни. Катись в ад! Мне нужно всего лишь не попасть в эти бинты. Ты чуть не умер. Просто был неосторожен. Этот террор не только способен поглощать чужую силу, но и использовать ее. Похоже, мне нужно ускориться. Какого? Реактивную силу поглотил. Я вижу. Черт, броня! Эту способность тоже скоро поглотят, поторопись. А он сильнее, чем я ожидал. Вернуться домой для тебя будет гораздо сложнее, чем ты ожидал. Террор слишком сильный. Будет лучше, если просто дождемся С-рангового охотника. Он мой билет домой. И я не отдам его никому. Кажется, я знаю, как с ним справиться. Хоть он и может поглощать чужие способности, но, похоже, интеллектом он явно не дотягивает. И он не способен надолго оставлять способность у себя. Поэтому ему приходится использовать ее сразу же после поглощения. Осторожно! Я воспользуюсь этим недостатком и одолею его. Сейчас! Прогресс миссии 9999,5. Да вы шутите? Какого черта стал от 9999,5? Не знаю. Может, он все еще жив? Это... Яки? Резак! Заморозка! Почему моя сестра здесь? Мне-то откуда знать? Уверен, что это твоя сестра. Она будто бы родилась из чрева террора. Это не может быть она. Возможно, она не могла стать террором. Скорее всего, это лишь террорская иллюзия. Прости, Тысячный. А? Почему ты проснулась именно в этот момент? А? Эй! Не приближайся ко мне. Не думай, что сможешь меня обмануть. Братик. Ты с ума сошла? Ты же умрешь! Ей бы лучше умереть, чтобы ты смог вернуться в свой мир. Она просто террор. Террор! Резак! Быстрое исцеление! Что, неужели мой хозяин не хочет возвращаться в свой родной мир? Я просто не хочу убивать кого-то, кто носит лицо моей сестры. Поэтому мне будет проще убить другого террора, чтобы завершить миссию. А еще, она выглядит точь-в-точь, как моя сестра. Возможно, здесь есть какая-то связь. Будет лучше, если я сохраню ей жизнь. Постой! А? Меня зовут Вэйн Лэй. И недавно меня повысили до С-ранга. Я очень впечатлен твоими способностями, которые ты только что продемонстрировал. Вот так. Примешь ли ты меня в качестве ученика? Нет. Чего? Но почему? Слишком проблематично. Я ведь все равно скоро покину этот мир. Чего ты за мной идешь? Сказал же, что не принимаю учеников. Просто мой дом находится в той же стороне. Смотрите, мастер, я вам не врал. Не называй меня так. Мастер, пожалуйста, впустите меня. Я хочу научиться вашим приемам, чтобы стать сильнее. Вали отсюда. Мастер, подумайте об этом. Какой же ты бессердечный, этот мальчик ведь такой искренний. Я не хочу связываться с кем-то из этого мира. Возможно, я знаю происхождение этого террора. Я весь липкий, пойду приму в ванну.
А что, если оно проснется, пока ты будешь принимать ванну? Ха. Этого должно хватить. Как же приятно принимать ванну. Кстати, что с тобой случится, если я вернусь в свой мир? А сам как думаешь? Пойду искать нового хоста. А по какой системе вы выбираете хостов? И что получает от этого сама система? Ты поверишь, если я скажу, что от скуки? Ничего страшного, если не хочешь об этом говорить. А? Она выбила дверь? Тебе бы сейчас не о двери беспокоиться. Ты права. Я ведь связал тебя. Как я вообще понял, что она сделала, просто взглянув на ее лицо? Черт, мы не можем доверять террору. Чего? Что она делает? Неужели она хочет заманить меня в ловушку своей красотой? Может, это синдром утенка? Знаешь ведь, что птицы распознают первое попавшее существо в их поле зрения как свою мать. Поэтому подсознательно становятся зависимыми от него. Одним словом, поздравляю тебя с отцовством. Чё? Не смей путать свою личность, ты террор. А? И чего ты до сих пор от нее не избавился? Лучше оставить все как есть. Кстати, как тебя зовут? Зовут? А, Лиса. И как долго вы собираетесь еще быть здесь? Вода уже стала холодной. Еще немного. Озвучил Кокос. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение, и напиши в комментариях, как тебе этот новый тайтл. Ну а если хочешь пообщаться со мной, спросить что-нибудь или еще что-то написать, залетай в Телеграм, на Дискорд сервер или же в группу в ВК. Ссылки на все это ты найдешь в описании. Ну а на сегодня все. До скорых встреч и пока. Ну и да, спасибо за просмотр.